Моя жизнь, мое приключение. Моя жажда, моя стрела. Беспощадная к поражению и быстрее любого орла. Моя сила могла быть удачей, но удача бывает слепа. Моя сила – давать врагу сдачу. Ну, а главный мой враг – это я. Моя стойкость, мое терпение, моя главная в мире любовь. А любовь – мое приключение. Моя жизнь, моя мысль и кровь. Очень важны в этом проекте. Одни из самых, наверное, важных для меня – это финальный номер, который посвящен России, о победах наших спортсменов и не только, вообще о людях нашей страны. И я считаю, что это важный момент в связи с сегодняшней ситуацией. И для меня это очень важно, потому что у нас действительно великая страна и великие люди. Ну, говорят, если звезды кто-то зажигает, значит, кому-то нужно. И раз столько людей пришло на это шоу, значит, оно действительно нужно. Думаю, не только спортсменам, но и людям, потому что красота проявляет себя в разных видах. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Видеть рассвет впереди, надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить. Детям здесь еще жить, 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 жить. Шоу каждый раз просто какое-то уникальное, фантастическое, и ты вот думаешь, ну, это прям вообще. И вдруг на следующий год
ты видишь другую посылку, думаешь, ну это же вообще нет слов. И вот знаете, как говорится, нет предела совершенству. И вот мы общаемся, и знаете, я вот возвращаюсь на 20 лет назад, как будто бы я еще действующая спортсменка, как будто бы вот мы приехали на шоу или на соревнования, и вот мы все вместе. И это просто вот замечательно. Это такая ностальгия, такие приятные воспоминания. В этом году у нас выступает 11 олимпийских чемпионов. Я считаю, что это одно из самых важных событий в мире гимнастики. Причем это и спортивная, и художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, эстетическая гимнастика, воздушная гимнастика, брейк-дэнс, это танцевальные коллективы, поющие коллективы. То есть у нас все это вместе завязано. Поэтому это все такая, знаете, большая-большая дружная семья. И спорт нас объединяет. Вот в этом ищем всегда что-то позитивное и хорошее, и человеческое. Вот что самое главное, чтобы оставаться людьми в этом мире.